Всегда комфортная температура. В школе номер 3 в Химках установили приборы, которые автоматически регулируют подачу тепла в зависимости от погоды. Лично проверить работу системы приехал глава городского округа Дмитрий Волошин. Химки, как всегда, сказали и сделали. Очень важно, что мы оборудовали полный комплекс. Вот ни одну, ни две школы. Это не пилотный проект, а это проект, который уже наоборот, мы его заканчиваем. И автоматизация – это одно из приоритетных направлений городского округа. Такой климат-контроль не только создает комфортные условия в помещении, но и экономит средства из бюджета. Сумму можно сэкономить на четверть. Деньги могут пойти на хозяйственные нужды или на финансирование других социальных объектов. Целью является снижение потребления тепла при сохранении комфорта и даже при его улучшении. В прошлом году в 45 учреждениях, это сады и школы, были установлены такие узлы, как здесь, узлы смешения. Школа номер 3 – одна из старейших в округе. Этому зданию уже почти 60 лет. Практика показала, современные приборы эффективно работают даже здесь. Положительные изменения отмечают и родители учеников. В классах очень комфортная температура. Мы даже приходили, смотрели, мерили 21 градус. То есть дети стали меньше болеть вот за этот год. Мои дети, во всяком случае, не болели еще. Мы очень довольны данными изменениями. Проект «Автоматизация подачи тепловой энергии» администрация реализует с 2017 года. По словам главы Химок, сейчас задача – оборудовать такими установками не только школы, но и другие социальные объекты. До конца года подобный климат-контроль будет еще в 5 учреждениях округа. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, служба новостей.